Международный фестиваль «Непротоптанный шлях» – это большой форум, объединяющий ежегодно на площадках Беларуси, Украины и Польши тех, кто посвятил свою жизнь помощи другим, и тех, кто верит, что сила искусства способна преодолеть любые преграды, даже проблемы со здоровьем. Традиционную фестивальную плеяду предваряют мастер-классы от талантливых деятелей искусства – режиссеров, актеров, музыкантов. Каждый открытый диалог – это не просто встреча. Это возможность обменяться опытом работы между руководителями особенных театров, шанс задать интересующие вопросы и узнать тонкости психологической работы с особыми актерами. Театр не существует без актера и не существует без зрителя. И актер, неважно, актер профессиональный, актер с особенностями, аматорского театра, он делает определенную трансляцию в зрительный зал своей какой-то жизненной визии, какого-то своего взгляда на то, что окружает. Понятно, что драматургия дает некую тему свою, режиссер ее прорабатывает в силу своего мироощущения, в силу того, что он хотел бы, что ему болит в этом мире. У нас есть такая возможность на фестивале не только себя показать, не только на других посмотреть, ну, непосредственно не только учиться, глядя на сцену, да, но и вот у профессионалов своего дела, педагогов, у режиссеров профессиональных учиться. В 2017 году 13-й «Непротоптанный шлях» объединил на подмостках Дворца культуры профсоюзов творческие коллективы Беларуси, России, Украины, Польши. Тема фестиваля в этом году – цыганские встречи. На сцене особенные люди разного возраста, с разными диагнозами. Однако с одинаковым трепетом они исполняют свои роли, слушают музыку и, конечно же, ждут овации из зала. Сюжеты о смысле человеческой жизни, о стереотипах и о том, как они подчас захватывают наш мир. Отчего ты пришел ко мне в столь раз? Сейчас. Ведь тебя вчера я видала. Может, что-то случилось сейчас? Что помой твой сегодня прогнала? Аза, весь печали я. Помощь мне нужна твоя. Это не какая-то разовая акция, это уже долгосрочная традиция. В Польше это больше 25 лет уже проходит, на Украине больше 10, вот у нас уже 13. И люди здесь имеют уникальную возможность что-то получить и что-то отдать. То есть получают здесь все и отдают здесь все, потому что здесь такая атмосфера, она, во-первых, движение основано на волонтерах, которых, слава богу, каждый год у нас хватает. Кто-то там уезжает, кто-то приезжает. По большей части это студенты. Вот, но тем не менее, ребята остаются, работают. Мы тоже работаем и над их образованием, над какой-то психологической помощью, потому что тут довольно специфичные бывают случаи. Непротоптанный шлях, непроложенный путь. Такой он не потому что не актуальный, а потому что сложный. Каждый год организаторам фестиваля удается сделать на нем новые шаги, которые позволят особенным людям еще больше приблизиться к полноценной жизни, узнать, что такое настоящая радость.